Друзья, всем привет с возвращением или добро пожаловать на канал Dead Players 813. С вами Данил. Даша. Саня. Ну и что, мы сегодня играем в Черепашки-ниндзя. Опять наша компания, с которой мы играли в Streets of Rage. Да, посмотрите обязательно. Попробуем, как всегда, в один присест пройти. И сегодня у нас такая, прям, знаете, я заметил, красно-рыжая банда. Да? Кстати, да. Рыжая, оранжевый, красный, да? Да вообще. Там такая, все, в едином оттенке. Че, поностальгируем, господа? Давай. Поехали. В эту игру мы играли, но играли на легком и норме, а теперь мы играем на самом сложном. Хардкор! Ну там не хардкор, как оно, гнарли называется. Ну я просто говорю, что тупо сейчас будем играть. Ну мне же надо повыпендриться. Ты бесишь, блин, прибить тебя мало. Так, Саня, кстати, ты нам как-то говорил, что у тебя остался видеомагнитофон, да? Да. И у тебя есть видеокассета с черепашками? Да. Есть интересная идея для стрима. Ладно, это все потом. Как-нибудь. Ну да. Шредингер. Ой, Шредер. Слушай, реально, капец, посмотри. Все в единый оттенок, мать его. Ай, блин. Меня первым звезданули, ребят. А вы отключили, чтобы не звезданули? А тут такого тут нету. Слава богу. Тут, слава богу, такого, да, вообще нету. Это не предусмотрено. Так что не переживай. Плакала. Тут еще сплиттер прикольно делает. Это вот. Вообще. Самые такие, кстати, прикольные добивания я заметил в Уэй при луне сплиттера. Эй! Что мне так сегодня не везет-то, а? О, тут подсказка, смотри, появилась. То, что мы втроем играем. Видимо, да. Так, ну как, да, втроем играем с одной консоли. Ну, конечно, в принципе, и... Ой-ой-ой. Двойный. Что ж такое-то, а? Мне прям не прется нигде. Блин, даже поржать не дали. Ну, стопки, ребят, я вообще сегодня лоховитей всех играю. Вот это что было? Не знаю. Я Саню кинул? Ты кинул Сашу? Я бросил Сашку, серьезно. Я прям метнул во врагов. Господи, опять меня бросил. Нам с тобой плохо, Дань. Что-то нам очень плохо прям вообще. А Сашке хорошо. Недельку буквально в черепах не поиграли, вот что происходит. Я? Тише. Вот мы лохи. Все, я сейчас тебя спасу, жена моя. Я спас тебя, жена моя. О, у меня, по-моему, даже за то, что я тебя спас, даже здоровье чуть подбавило. Да. Так, спасайте мужика. Блин, нафиг я поторопился. Да вы достали, вы только приедете. А, кстати, тут что еще прикольно, в отличие от Streets of Rage, тут можно супер удар, это, делать так, чтобы он восстанавливался. Во. Зачем ты это сделал? Не, подожди, может у него что-то получится. Не, ну вот смотри, у тебя полностью копится, сколько там, 4? Три удара, если ты еще раз нажимаешь, у тебя выбавится супер удар. Ну ты как это, ты становишься пипец сильным, короче. И ты начинаешь мигать. Вы на нас с ложками, а я на вас с вилками. Так, блин, ты... тебя чуть не плохненько, очень. Мне тоже. Но я продолжаю ржать, не унывая. Тебе. Даня.
Че, у нас с тобой одинаково, так что ты что взял, то ты взял. Я взяла. Пиццу. А, спасите меня! Сашка, прими суперудар! Покормите меня! Ну накормите меня, спасибо! Кормлю! Спасибо! Вкусно и полезно оказалось! Капец, да. Первый уровень, и мы уже висим на волоске от смерти, да? Да блин, я в него, он на меня налетел. Это чучело с мечом. Тебе плохо, Данька? Я знаю, мне очень плохо. Ну тебе походу не лучше. Зря использовал удар. Че? Сань, ты его еще в экран кинь. То есть, да, его можно в экран кинуть. То есть если ты его схватил, нажимаешь кнопку вот на крестовину вниз, и он получается... В экран летит. Да, прям в экран. Блин, дай я попробую, кстати, это сделать. Я очень хочу кинуть кого-нибудь в экран. Дайте мне кого-нибудь. Ура, получилось. Лети отсюда. Ай, блин. Жрать хочу. Жри. Теперь Сашке, походу, плохо будет. Да, Сашке еще неплохо. О! Двойная пепперони на всех. Ну правда, наша ситуация уже... Тройная. Я не понимаю, что мне происходит! Я не могу никого побить! Саня, а ты понимаешь, что происходит? Нет? Месиво. Кстати, да, согласен. Месиво точно. Так, у всех суперудары накоплены? Да. А что, хорошо, у Саньки, да, Микеланджело качанный, я за него играл. А у нас за с тобой удар по нулям. Да, но мы к концу прокачаемся с тобой. Ну, судя по всему, да. Вот. Сань, зачем? А, у него то, что было все накоплено, у него все равно было. Блин, ну успел до выстрела. Да блин, ты чуть-чуть фиолетовая. Что-то вы, ребята, увлеклись нажатием кнопок, и кто-то нажал палку. Да, случайно. Ладно, окей. Да блин, кабан треклятый, нужно зачем ты бежишь на меня, козел? Я все отпил. Нифига. Я тоже. Саша тоже. Полевой медик Данька пришел. Все хорошо. Убейте его кто-нибудь уже, блин. Супер удар ему нанесите в конце концов. Чуть-чуть осталось, брось меня. Добейте его. Добей его. Все, добил его. Тихо. Все равно, ну куда я без нашей медицины, а? Обжорливый полевой медик. Нормально должен. Лишь бы пиццу пожрать ему. Стоп. Я убил 70? Да. Я убил 70? Да. Как так вышло? Как-то. Не знаю, как так вышло, но как-то так вышло. Ну скажи спасибо, что это не этот, не апче. А, ну да. Как в прошлой серии Хейла. Там сколько ты раз чихнула? 4? Я не знаю. Ты же считал. По-моему, 4. Смотри, они сейчас стащат колесо. Чисто за камс.
Почему именно закон? Почему не улица Криворожская, например? Или на Криворожке всего лишь Криворожи, но колеса еще не тырят? Зря! Не берите коробочку, а вот теперь берите! Ладно, я возьму. Ну я много побила. Да мы вроде всех побили, если не ошибаюсь. Ну я 50 ударов! Понимаешь? Понимаю. Ай-яй-яй, лучше топором не донёс. Попал все-таки. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас освежили водичку в руку. Что-то даже упало, да? Да. Давай, ты мне. Опять колесо стыдили. Опять все вроде бы наше. Где? Блин, люблю кидать в этот. Ладно, тактика, кнопки, много кнопок. Да? Да вообще. Бубух. Не-не-не-не-не, отпусти меня, сволочь. Все, 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 он тебя пустил. Еще один. Саня, ты что, тактику Mortal Kombat используешь? Да. Кнопки, много кнопок. Ты вот эти вот всякие, эти штуки не бей. Так, у Сани... Просто так. У тебя и у Сашки тяжелее всех, кроме хавайте пиццу. Пепперонку хватайте, молодцы. Так, ага, поехал. Так, отец. Едет. Блин, как так не получилось, не? Халтурчик, ты что там встал? Он смотрит, как мы их бьем. Да вообще, вот и еще надо. Ах ты сволочь такая! Спасибо. Кому-то плохо. Сашка. Понял. Я же слишком мало пиццы. Мало пиццы в крови, это что, какая-то жидкая пицца, что ли? Ой, я сделала подножку, охереть! Прямом! А что тебя метелит? Смотри, видишь? Смотри. Смотри, смотри, смотри. Нажимаешь спринт и... Саня, опять плохо. Срочно, инъекцию пиццы в организм. Два кубика. Общая пицца. Стой, блин, зачем? Саня, ты лошадь. Надо было что-то ждать, ситуации. Когда они вылезут. Я забыл, что я забыл. Ах ты. Там же нарисован. Отпусти меня, скотина. Он меня схватить хотел. Верю. Так, бесконечно. В смысле? У тебя уже вторая? А кто? Второй суперудар копится. Ого, походу, да. Ну-ка. Да даже не копится, а уже накопит. Получилось! Вот. Получилось. Ай, блин, кто ударил по этой штучке? Я ее не бил. Я? Зачем? А потому что они шли. А я вижу, что они лежали. Все, пошли носорога мочить. Офигеть, просто! Все.
Почему у меня еще нет второго суперудара? Не знаю. Это описать пока мне трудно. А, блин, поржать даже не дал. Блин, я даже к ним подобрал. Кому плохо? Да нет. Понял. Тихо. Инъекция пиццы в кровь пошла. Какая Соник звезда надо. Блин. Вокруг Соник все бомбит. Блин, дайте мне спасти его, пожалуйста, ребята. Спасибо. Я сам. Нештатный черепаший медик сработал. А теперь мне плохо. Да и тебе, то Данька, тоже плохо. А, не стреляй, сволочь! Ёлки-палки, а что мы без своего ветеринара штатного делали? Да ты тупой, насторожище, дебил, блин, мать твою! О, получилось. Успела. Спасти Сашку. Сашка прыгает как дебил. Че Эйприл там опять? Так, ты больше всех этих предметов подобрала. О, сейчас прикольный уровень. Да, мы будем кататься. Ой, блин, вот этот босс один из самых трудных. Да. Ну как, не трудный, геморрой, можно сказать. Опа. А я перепрыгнула. Много. Не люблю этих предлетающих фигней, вообще. Собственно, я прямо как в 90-е. В черепашках никто не любил роботов. Что летающих, что ползающих, что катающихся. Жестяные банки. Угу. Данька еще умудрился это. Чего умудрился? Перепрыгнуть дырку. Это чудо. Не знаю как. Законно ли это все. А мы, кстати, знаешь, что, Сашка? Нашли прикол какой. Ты можешь делать, знаешь, какой удар? Два раза прыжок вверх, два раза прыжок вверх и игрок. А, кстати, да. Направление врага. Ой, меня расплющит. Сейчас расплющивать будет. Что-то, ребят, меня плющит. Ай. Мы еще с Данькой не умеем приемы делать. Да. Так что, Саня, давай ты делай это чудо. Будешь наш. Два раза вверх и игрок. Ты видел, меня расплющило? Да, я над вами поугарал. За что и поплатился. Тихо. Уже? Ну не уже, это промежуточная фаза. Да что это вообще плохо, это и Сашка тоже. Тихо, полевой медик прибыл. Пицца лучшее лекарство. Сейчас аккуратно. Ты
сказала, аккуратно и налетела. И сама же налетела, да. Вы чё, охренели, что ли, мне тут? Вы чё, оба померли? Боже, 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 дай мне хоть кого-нибудь спасти. Блин, думал, Саня спасу, а в итоге не получилось. Сань, кидай его! Молодец, красавчик. Опять меня жена бедолага поставила. Брось меня! Да не брошь я тебе! Дай мне умереть спокойно! Нет, мучайте! Вот, накакал. На кой лечить? Саня, блин, он нанесет супер удар, господи! Еще и пиццу схавали, а? Ходлявщики. Кнопки, много кнопок! Я прям слышу, как ваши просто джойстики прям хрусь. Господи, сколько я так 90, блин, джойстиков сломал, а, на Сеге? Мне даже страшно представить. А наши еще до сих пор как-то живы. Ну, как говорится, это тебе не сеговский джойстик. Нормальный, доработанный геймпад. Ну, я-то привык называть джойстиками, и, собственно говоря, я до сих пор называю геймпад джойстиком. И пофигу мне, кто что говорит. Это джойстик, да? Это джойстик, мне пофигу вообще. О, как? Опять это сделал? Да, только ты меня на это раскинула. Да? Да, я не шучу. Как? Я не знаю. Честное слово, хоть убей. Хотя нет, не убивай. Быстро копите. Потому что иначе по-другому тут с ним не получится. Сашка, тебе один раз надо только. Нифига его понесло тут пацана этого. Блин. Блин, я каким-то чудом повезло вообще. Ой, я только супердар закончил, он меня лигнул. Я тоже, кстати. Тихо, пожалуйста, дай мне вылечить. Ура, я его вылечу. Эта машина, блин, меня бесит, что только эффективно это суперудары. Блин, нашего главного тусовщика накрыли. Успел. Какой еще суперудар есть? У меня вот нашелся. У меня в кармашке суперудар нашелся, ребят. Чуть-чуть не осталось! Мы это сделали! Нифига, красавчик. Не то прикол, это она как кидает такая микрофон. Так, демонстративно, да? Нифига, вот прям ровненько. Чё там ей прилепить? Так, нанесла больше всех... А, понесла больше всех повреждений. Тебя, короче, больше всех метели. Мне не везёт. Ну, походу, да. С учетом того, что ты уже второй уровень у тебя персонажа, у тебя два этих, а у меня еще один. Ну, еще вот первый. Видимо, ну, вот, видимо, тоже больше всех замочил, поэтому... Ты больше всех мочишь, поэтому у тебя так быстро. Как-то так поперло. Сашка, пожари пиццу. Пожари пиццу. Где? Жари пиццу. Пицца где? Да вот эту кнопку. А, ты танцуешь. Какую пиццу? Танцевать ты, надо. Ты танцуешь, точно. Я кинула на экран! Обнимаю, блядь. Нет. Я кого-то бью, но не знаю кого. Мы кого-то все бьем. Друг друга. Не, слава богу, это не стрит-фейт.
Хотя я говорю, когда мы обнаружили в Streets of Rage, что мы можем друг друга не бить, для нас, наверное, всех это было шоком, да? Да вообще, что причем с самого начала игры. Да. Ну, это было бы для Саш, кстати, просто. Вот эти вот всякие вот, гидранты, вот это вот все, там эти парковки, ты их просто так не упасть, они тебе ничего не дадут. Это специально этот... Ловушки. Ловушка, да. О, нашел эту лягушку. Ах ты говнючело! Держи. Ай! Свалился? Я почему-то подумал, что Сашка это я. Но это оказался не я. Ты просто привык за него играть, вот и все. Ну да. Хотя, самый первый-то наши разы, я же с Сирми играл за Донателло. О! Ты опять? Апнул. Я опять что-то апнул. Ай, стрелы летят. Не попали. Так, какого хреново? Дашка, кушай. Кушай пепперошку, кушай пепперошку. У меня до сих пор нет суперудара. Второе, да? Да. Надо исправить. Так я исправлю, если я больше всех убью. Сейчас, слушай, я знаешь, что заметил? Тут есть, короче, коробочки суши. И все черепашки вот так вот говорят, типа, подбирать, типа, что за гадость? А стой, стой, сейчас животные буду, берегись! Я все время забываю про них. Я расплющила. Что-то нас всех тут плющит. Бочку пока не бейте. Найдите меня. Не будем тебя искать. Я тебя вижу, тут в кустах прячешься. Я тебе летать сюда вообще. Не бейте бочку, а теперь бейте. Всех вивочек, будь здоров. Спасибо. Вот правда сказал, всех вивочек будь здоров. Эй, пусти меня. О. Ура! Все, у тебя теперь два супер-пупер. Да! Берегись. Я слинять успела. Я тоже. А Сашка нет. Мы с Сашкой подставили. Макаки. Да, кстати, да. Если кто, если кто помнит, они тут кидают. Сашка кидает. Нет. Если бы они бы кидали бы этим, то было бы... Рейтинг у игры был бы чуть побольше. Если не ошибаюсь, то, по-моему, 6 или сколько у нас. Или вообще без ограничений. Нет, двойная пепперони это, конечно, хорошо, но тройная, мне кажется, будет слишком острая. Никто так не читает. Так, что теперь животные будут? Тас. Чуть на всем досталось, да? О, боже мой. Ужасные боссы. Не, ужасно будет в следующем уровне. Они меня бесят. Нифига, мы что-то до супер ударились, да? Так смотри за то, сколько мы им хп-шки снесли. Ну что, да, все, береги слопа. Блин. Я в дырку еб. Вот бичара. Кому хреново стало? Саша. Саня. Вообще хрена. Жизнь, я спасу тебя. Жена, а ты-то куда? Все за ним. Брось меня. Ни хрена. Брось меня. Тихо. Ветеринар работает.
капец полетели. Еще, ребят. Я сейчас не выдержу вас всех спасать. Так не спасай! А меня все равно лопаткой пронули. Только появился и сразу его нафиг, да? Это кто, Сашка? Да, походу. А че эти хорька или кто, наверное? Я упала в дырку. Все, Саня, смотри. Опять упала в дырку. Я два раза упала в дырку. Кому плохо? Мне. Пять? Да. Бучара минус. Что так я делаю? Гипнотизирую. Да нет, это не гипноз, это просто мангатрак, а не какой-то. Я успела! Я вот тут тройной сальт ему устроил. Он зарыться не успел! Вы понимаете, он зарыться не успел! Он зарыться не успел, мы просто его зарыли. Саня, что с тобой стало, бедолага? Ты смотри, он главное 27 больше всего ударов сделал. Так ты посмотри, какую награду получил. Пацифист Award. Награда пацифиста. Уничтожено лишь несколько противников. 14 противников у него всего уничтожено. Капец. Саня, как? Но при этом больше всего ударов нанесено. Ты как, Саш? Балуюсь пацифизмом. Как это? Хиппи-маньяк. Ну поехали. О боже. Это кто? Ты это с крысами, который. Да. Особенно когда эти твари в конце лезут. Это кто орал? Поднимай дневник! Я уже Саня подняла или ты подняла? Я подняла. Розовый фламинго. Зачем? На рельсы только не лезь! Да, не лезь, там будет паровоз. Или метро? Паровоз, метро. Метро? Да. Паровоз, метро, нормально. Кстати, заметь, на сложном режиме паровоз чаще ходит. Ну это же сложный режим. Ну, согласен. Логично, да? Так, чуть-чуть. Ну, допустим. Паровоз! 82. Я успела запрыгнуть! Фига себе, матрица. Так, чё, пиццу съели? Голодные дети и пиво. Да, съела я пиццу. Здесь. Так, бочки. Блин, я не успела бочку. Бочки! А вот я успел и... А вот я не успел. Кто ржёт? Я. Зачем ты ржёшь надо мной? Не над тобой. Боже, какие эти уродские собаки. Фу, тебя скоро ждут более уродские крыски. Дашку понесло. Камеру не выроню. Не выроню, не переживай. Да ну брось, старая и надежная подари камеру. Половина? Наверное. Я ж не знаю, в мультике-то не рекламировали, какая там была модель камеры. Ау! Вот что. Он подлетел из-за угла. Мочите этот дух. Потом точно, завтра. Вот козловки, а.
Дэнни пойдет. Так, там еще пар поет из этих. Лучше вниз уйти. Сашка. По-братски советуем. Отойди вниз. Все, хорошо, ладно. Не увидела. Все, гоните эту рабочую вниз. А он же колебался их китайцев плодить. Он мелкий потребил. Да. Он еще и... Он мою жену хавает. Сука. Это не я смеюсь, это персонаж смеется. Я даже не смеюсь, мне было это больно видеть, честно. Удачненько. Пиццу не трогай. Давай сейчас замочим их по максимуму, потом... Потом возьмем тройную. Тройную самую. Я потерялась, где я. Та же ерунда. Ну-ка, красно-рыжие быстро собрались. Все, можно теперь брать. Супердара сейчас накопили быстро. Сейчас будет жопа. Саня, блин! Саша, ох, подожди. Хрена. Не, подожди. Сейчас он у тебя протанцует. Да не Саня, иди вперед, не иди вперед! Сейчас босс активируется, тебе там сложно будет набрать суперудар. Даже не из-за босса, а из-за его прочных крысок. Три. Запомни, три. Все, больше это не это максимум. Надо. Теперь пошли. Все, он и в мультике был создан для страшного. Саня, блин! Нам супер удары пригодятся! Ах ты сволочь! Ну, пожалуйста, минус. Все, кнопки, много кнопок. Прыжки! Прыжки! Прыжки, шишки! Так, кажется, не все крыс замочили. Да куда ты, сука, уходишь, блин? Ах ты сволочь! Иди от меня, не трогай меня! Сейчас. Блин, мыши, крысы, твари и прочие фанаты Данилы Козловского. Это я не над вами ржу, ребят, честное слово. Я не ржу над вами, ей-богу. Ублюдочный? Да. Отвалите от меня, нет. Да отвалите. Да ты... Что за скалопендра такая, а? Отвали от меня нафиг, блин. Я даже лечить никого не хочу, господи. А теперь хочу. Как же мне бесит эта посадка, а? Отвали! Ой, кнопки, много кнопок, много, сука, кнопок, блин. Все, меня крысы погрызли, ребят. Саня, ты что творишь? Не ходи к нему на обнимашки. Блин, мы одновременно прям синхронно этих крыс сбиваем. Как он мне дает, как дела? Опять меня? И меня тоже. Еще и в Сашку меня снимут. Не трогай меня! Я никто не трогает. У меня последняя жизнь, кстати, осталась. Сука, много кнопок, много кнопок, сука! Бесконечно тактика Mortal Kombat. Поржать не дали. Я ему чуть-чуть нанесла удар. Опять мне крыша пожелала.
Спасибо. Смотри, успела. Блин, серьезно? Ему буквально еще один удар оставался. Капец. Как я ненавижу этого козла, а? Да все, наверное, ненавидят. Ублюдок шли! Show you later, geeks. Gotta swing by the arcade, dudes. Oh, hey! Hey, dude! Comment? Hi-ya! This one's about super AI. Главное, разбил Данька, а подобрала я. Командная работа. А, ещё, по-моему, этот роботом кто-то больше будет. Просто лоба сейчас посмотреть. Так. Это что такое я подобрала? Не знаю, что там подобрала. Получилось. Я тебе дать чуть-чуть. Слушай спринтеру, пожалуйста, а нам пить давайте. Кстати, я ж по ней не договорил. Тут, короче, если есть коробочки с суши. Если их берут черепахи, они такие, фу, чё за мед. А сплинтер такой, как вкусно. Саня, лечи её! 5 полевой медик, Данька. Ладно, Сашка, ты рядом со мной стоял. Плохой врач. Вообще не повезло. Зато супер удар это вообще гораздо делать. Ну того, да. Так. Сарямба, я первая. Ой. Еще одну жабу нашли. Здоровья, ни супер удара мне не осталось. Ничего просто! Не в такой важный момент. Ладно, мы не можем сходить. Что, тройная была, что ли? О, что-то эйфлем. У тебя, походу, этот удар в воздухе разбокелся. Ну-ка. Да. Ай, блин. Какой он удар делает? Ну-ка, ну-ка. Блять, мне удар делает. Подождите, дайте я накоплю удар. Я хочу посмотреть удар в воздухе. Давай. Нифига. Камера. Ты видел камера? Ага. Ha ha!
О, Шрёдингер. Отбегаем. Успели. Благодаря суперудару мы это с тобой живы остались. Ну да. Сейчас опять. Сейчас я так вонючку пришел. Да, неплохо. Даже прикольно. Даже очень плохо. Бегай. А, нет, тебе повезло, суперудар. Блин, вонючка! Достал уже! Где ты? Кстати, когда наносишь ей супер удар во время того, как она это вызывает их, тоже коцает ее. Слышишь? Ага. Попробуй сейчас нанести ей удар. Сработал. Видел, да? Ага. Все суперудары. Легко мы его делали, кстати, да? Быстро в этот раз, честно говоря. Всего лишь почти 6 минут. Серьезно? Серьезно? И ты еще больше всего времени бегала? Серьезно? 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 Пипец! Саня, ваши комментарии. По этому поводу. Серьезно? Серьезно. 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 Серьезно? О, мы что-то выполнили. Саня, да, серьезно, серьезно. Ой, что-то я не то нажала. Что-то ты нажала не то, да. Мы собрали газеты все. Ура! Ой, сейчас это, будут эти уроды с копьями. Не попадайте к ним напрямую, а то они... Да, нас заколят. О, шары. Наберите очки. Наберите супер удары. Они меня стрельнули стрелами, короче, и за счет этого я упала. Бывает. Это не на таборжу, не бойся. Двойной. Так, под плакатом, если не ошибаюсь, мы стоим, да? Да. Ага, точно. Никого не придавило? Нет. Ах ты, блин! Ты упал! Он меня так легнул, что вот я чуть-чуть мог на крыше остаться. Нет, не остался. Все. Ой, Саня, ты надоел. Простите, я покушал. Не простим ни за что, никогда, ни при каких условиях. Ну идите лесом тогда, что я могу сказать. Я похавал, я доволен, все. А тебе поржать не дали. Че, капец. Танцор диско, пойдем. Let's go.
Так, рано пока эту коробочку брать. Как припечет, так и так берем. Ну чуть-чуть же не хватило жену спасти. Отвалите все нафиг, все. Саня. Тебе так прет нажать эту кнопку. Так, сразу вот этих белок сразу мочить супер ударами, не трати их. Саня, вот твоя любимая, я смотрю, кнопка. Танцевать, блин. Надо этих белых мочить суперударом, а то, я говорю, бесполезно их крушить обычными этими ударами. Они отружат атаки. Да. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, видишь, они тебя рубят. Рубят, легаются, делают тебе больно. И чё? А чё вы дальше-то не купили? Потому что вот он был там тоже типа. Бендажка одна внизу осталась. Я там перецелился. Неудивительно. Да я так, слушай, этих двух, сколько я не поймал это вообще? Я там вообще, я смотрю, месиво сама сама была. Ну да. Так, Атас. Ой, сам что напоролся на этот ящик. Дай пей, О, спасибо. Восстанавливайте супер удары! Восстанавливаю, я просто сломал, думал, вдруг он тут есть. Да блин, козел. А, два козла. Все, тройную пепперони, пожалуйста, срочно найдите кто-нибудь. Я сказал тройную пепперони, не тройных уродов с копьями. Вы что, обалдели, а? Да. Спасай, Саш. Опять полевой медик заработал, а? Жук. Куш. Это жук наоборот. Большой кус. Ничего, да. Ах ты сволочь! Не трогай меня! Чего? Это кто? Семья! Подожди, где все-таки? А, блин, чуть-чуть не успел бы прилета дорвейка. Помогаю. Смотри, все мигают, и они, и мы. Кому ты похер? Да мне. А теперь Сашке. И мне тоже. Короче, не спасай, Сашка, нас. Сейчас бесполезно. Смотри-ка, у него получилось. Саня, ладно. Твое спасение было прекрасным делом. Да блин, задолбали кнопки, много кнопок, сколько. Надо одного прохнуть. Положили нас все-таки, да? Да. У Бибов вообще чуть-чуть осталось.
Уже не скупил меня, так. Да ты достал, козлина. Руу! Все, 4. Опять Данька, блин, больше всех. А у меня где-то еще книжка была. Какая? Черепашки ниндзя. Книжка? Да. Че там Микки Ван? Подожди, серьезно? Да. Они книжку выпускали. Саня убил меньше тех врагов. Слушай, все, реально выпускали книжку? Да. Можно бы кинести поискать. Я звук книжку, там по каждой серии по книжке. Теперь моя жизнь не будет прежней, потому что я книг никогда не видел. Да камера так фиксировала. О, мы еще одно задание выполнили. А, у этой, у Ирмы? Ой, блин, я что-то куда-то проскочила. Вот так, наскочи. Сейчас я заберу у нее. О, противная фигня. That's one way to avoid New York traffic. Ты не успел. Все. Супербан. Опа. Экстра. Экстра жизнь. У тебя еще одна жизнь, Саша. Данька. Я в шоке. А у меня что-то тоже экстра плент. Что такое? Шкала здоровья такая. Такая музычка в этот момент вообще кайфовая. Угу. Согласен? Да. Дашка уже плохонько. Я потерялась в один момент. Причем реально жестко потерялась. Пицца. Пицца. Я пиццу не потеряла. Ты понимаешь это? Да. Я подобрала ее. Да, пицца. Чего? Это что за скрытая реклама, Сань? Сейчас... Совершенно открыто. Правда, не заплатили, но... Да. Чё, с нас пример взял, а то мы тут за черноголовскую полу топим, что называется. А ты, значит, за жар-пиццу. Саша, ты почему потерял пиццу? Саша не голодный. Да там надо было просто доехать до нее. Долететь точнее, а не допрыгнуть. Грамотно заметку строили, да? Вообще. Я супер удар сделала. Блин. Ты видел? Видел. Саня, ты как это допустил? Охереть, как я их много. Ты видел, как я их много положила, да, этим ударом? Да. Вы сейчас пиццу не проморгайте. Проморгали. Я не проморгала. Сашка проморгал. А, Сашка проморгал. Опять. Опять не голодный. Ты видел, она сейчас по чикам так отвечала по микрофону. Работает, не работает. Ты только сейчас это заметил? Да. Век живи, век учись. Который раз задаю вопрос. В какой серии был этот крендель? Я не помню его.
Он быстрее, по-моему, летает сейчас. Опять пердит ракетами. Ни хрена ты не сдохнешь, сволочь. Он сейчас летать будет! Аккуратно сейчас! Тихо-тихо, опять он ракеты высрал. Саня, блин! Я спас этого бедолагу. После ракетной лапы. Не только... Тихо-тихо-тихо, полевой медик работает. Блин, давали бы еще бы награду за то, что только его больше лечил. Ну да, прикольно было. Сейчас опять полетит кидал. Я ушла, стой, стой, стой. Саня, ты надоел. Стой, стой, части. Ничего себе. Кому опять поплохело? Мне. Понял, попробую помочь. Сука, дайте мне спасти. Не получилось. Всем кранты. Сашка! Сашка, сволочь, покушать вышел. Как же это не вовремя? Саня, вернись! Ребят, серьезная ситуация, Саня вышел попить. Нифига себе, ты видел его в последнюю секунду. Козловский! Опять летает. Yes! Yes! Мы с тобой вдвоем это сделали. Ты Сашку спасал, я его мочил. Ребят, сейчас Сашка вернется, мы сейчас ему лещей навешаем. Ладно, просто уговорил. Сейчас, понимаешь, было такое, что он, это мышь пиздила тебя, Сашка, Данька тебя спасал, я пиздила мышь. Я тебе 4 раза, по-моему, поднял. Не надо было меня спасать. В смысле не надо было? Ты был наш отвлекающий маневр. Да, он реально на тебя отвлекался, за счет этого я успела накопить, причем пару раз, и успела это его убить. Короче, я приманкой работал. Ладно, ребят, Саше простите, на ему мама позвонила. Ладно, я святой, окей. А то мы думали, что он покушать ушел. За пиццей. За пиццей, да. Умер, но за пиццей быстрее. Да. Ну что, ребят, я думаю, на сегодня пока остановимся, да? Вторую половину. Да, вторую половину, надеюсь, скоро мы заснимем. Да, Саша? Да. Ты такой пораженческий. Ну да, во что меня втянули эта семейка, блин? Запихнули меня в какие-то тут свои ролевые игры, суки, да? Смотри, кстати, они тут на дирижабле. Перелетают. Блин, я люблю эту игру, господи. Такой фан-сервис прям, ну просто прям чудо. Все, Саня, остается тебе принять. Меня прикалывает в этой игре, она сделана реально как будто бы это 90-е, такие вот пиксельная такая, по максимуму пиксельная игра. И не скажешь, что она выпущена в 22-м году. Ты знаешь, я даже обалдею, когда по итогам 22-го года люди возьмут и скажут, что это была лучшая игра в 22-м году. Я прям не удивлюсь. Я уверена, что не мы одни залипаем в нее. Сейчас, мне кажется, дофига кто залипает. Вон Сашки теперь залипает. Вместе с нами. Да, приезжаю по ночам, играю в ролевые игры с вами. В ролевые игры. Переодеваешься в черепашки, играю в ролевые игры. Ну ладно, хоть не выпил. Вызов принят. Вызов принят. Все, Сашку переодень и выиграл в следующий раз, да? Ладно, шучу. Эйприл, я играю. Да, пожалуйста, пожалуйста. Она рыжая, я рыжая. Вопросы? Нет их. Правильно. Ну ладно, хорошо. Ну все, друзья, на этом у нас зеленый, все. Я зеленый.
Ты зеленый? Ну хоть не синий. Да? Ну когда как? А, вот это уже проблема, это другой вопрос. Ладно, ребят, если вам видео понравилось, пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии, мы вас очень ждем на нашем канале. Так уточню, что? Большой палец вверх. Да, кстати, хорошее уточнение, действительно. Ну ладно, на этом у нас все. С вами были Даниил, Даша и Саня. Так что, всем пока! До встречи, всем пока! Пока!